Смешанное единоборство – довольно молодой вид спорта, набирающий все больше популярность с каждым годом. На сегодняшний день в мире миллионы людей, которых увлекли эти состязания. Чем же они привлекают такие огромные массы людей? Ответ кроется в широком арсенале технических действий, разрешенных в смешанных единоборствах. В нашем городе впервые прошли соревнования по этому виду спорта. Зрелищные бои, мастерские нокауты. Конаково впервые в своей истории принял турнир по смешанным боевым единоборствам «Новичок». Представители Твери и города Кимры приехали побороться за победу. Поединки шли на протяжении всего дня. Соревнования по смешанным единоборствам имеют четкий свод правил, нарушение которых приводит к дисквалификации бойца. Правила призваны оградить спортсменов от наиболее опасных приемов, защитить их здоровье. И не открывайся, не открывайся! К нему прижми! Стоп, замерли, сказал! Слушай внимательно команду, повернулись к середине, повернулись! Готовы? Бой! Для участия в подобных соревнованиях спортсмены должны иметь уровень подготовки по контактному, силовому или смешанному стилю единоборств и тренировочный стаж не менее 6 месяцев. Это не прихоть. Данный регламент предусмотрен правилами, принятым Министерством спорта России. По словам организаторов, данный турнир – это отличный толчок для развития этого вида спорта в нашем городе. Если мы в этом году проводим впервые вообще в городе такой турнир, именно по смешанным единоборствам. Но и думаю, что будет набирать обороты в городе. И на следующий год, если у нас получится провести подобный турнир, надеюсь, что народу будет уже участников вдвое больше. Основной идеей проекта является создание и развитие школы смешанных единоборств в нашем городе. ММА доступен каждому, ведь смешанные единоборства – это не бои без правил, а прежде всего искусство. В общей сложности на турнире «Новичок» отставили честь города порядка 7 наших спортсменов, которые смогли выступить в различных весовых категориях. А по завершению соревнований лучших спортсменов наградили памятными кубками и грамотами.